Каждой секундой становимся старее. Седина волос не означает, что люди поумнели. Глобальная температура все горячее. Мало-помалу затопятся даже вечно зеленые ели. Статистика стихий, цунами, землетрясения. Глава Евангелиста Матфея, там записаны стихи, в которых заранее предсказаны эти знамения. У каждого в доме есть новый завет, у большинства покрывается пылью. У современного человека на это времени нет, свободные часы покрывая суетной вуалью. Простой разнорабочий так боится быть один, придя с работы в нем одно желание. Жена разогревает ужин, благодарит ее до постели, сокращая расстояние. Холостяк самостоятельно дисциплинирован, при этом неопрятен. Когда-то был легкоатлет, а теперь тюфяк, который год не может отстирать на куртке пару пятен. В просмотре сериалов проводя досуг, утром понедельника стоит на остановке. Нету у него друзей, нету подруг, не стало мамы. Ничего не приготовится в духовке. Пожелтевшими обоями обклеена стена. Красуются на ней часы, цель будильника — прекращение короткого сна. В зеркале запущенная борода и усы. Боится на работу опоздать, с образованием высшим устроился. Куда попало, попал в треугольник. Работа, пища, кровать. Суетливый, усталый. Вечером осенним, идя по проспекту пешком, почтовый ящик открывая по привычке, пальцами худыми обнаружена брошюра в нем, которой не найти было и днем с огнем. Идя по проспекту пешком, почтовый ящик открывая по привычке, пальцами худыми обнаружена брошюра в нем, которой не найти было и днем с огнем. Идя по проспекту пешком, почтовый ящик открывая по привычке, пальцами худыми обнаружена брошюра в нем, которой не найти было и днем с огнем.